Приветствую, дорогие друзья! Большой футбольный день сегодня в Краснодаре, и начинается он на стадионе «Кубань», где одноименный футбольный клуб сегодня принимает тольяттинский «Акрон», своего соседа по турнирной таблице. Прозвучал стартовый свисток, поехали! Футболисты «Акрона» с мячом, сегодня они в гостях у «Кубани». И поле, как сами футболисты любят говорить, несмотря на замечательную дренажную систему, достаточно тяжелое. Именно поэтому, наверное, мы не видим высоких скоростей, зато видим первый удар по воротам сразу в створ. Это был, разумеется, Алексей Щеткин. Здесь все-таки высоченный Байрыев, да и Стаменкович, далеко не карлик Писеков. Он может отсюда пробить, что и делает Евгений, но, мне кажется, больше для проформы прыгнул здесь Ещенко. Почему он еще кажется очень опытным? Потому что в том же волгоградском роторе, в премьер-лиге, Сергей был с капитанской повязки. А здесь опасно может быть удар и мяч в сетке. А Кубань открывает счет 1-0. Вот так вот молниеносный рывок. И звучит музыка. Совсем короткая скамейка сегодня у Кубани. Подает тем временем Писегов. Здесь небольшая суматоха в штрафной Кубани. Центр подает, пробивает здесь Понце и сравнивает счет 1-1. 1-1. Андрес Понце. На спине у него 1-1 и на табло теперь 1-1. И сразу сердечки всем раздает Андрес Понце. Ну, я думаю, на самом деле не всем. Акрон, окрыленный успехом, пытается этот самый успех развить. Салтыков все более и более заметен. Молодой футболист под номером 14 в составе гостей. Передает он мяч Понце. Понце пробивает в дальний угол. Но недостаточно сильным был этот удар. Потому Ещенко справляется на подборе. Первые гости. Будет еще удар Писегов. Но вот у Писегова удар откровенно не получился. Выше цели мяч пролетает. Продолжается она даже теперь. После очередного оборонительного действия. Хозяев Понце снова бьет головой. Снова ему дают это сделать. Но на этот раз Андрес не попадает в створ. В итоге тольяттинцы. Итальянцы несутся вперед. Писегов играет направо. Савичев. Высокая подача на Понце. Ему снова дают бить. Вы только смотрите, а. А вот и двойная замена в Акроне. Муталиев безденежных сделает закидушечку. Такую аккуратную. Здесь, кстати, на подборе первый это удар. Удар от Даниила Родина. Ну вот сейчас спасти Родину, Родину не удалось. Вот Писегов решился на заброс. Правда, там мяч перехватили. А это прекрасная просто передача на Абдокова. Выбегает Нури, надо уже бить, надо бить. А у пенальти? Будет ли пенальти? Нет. Нет пенальти. Показывает арбитр, что нужно подниматься. Ну, Абдоков, конечно, затянул. Смотрим угловой, смотрим угловой. Подача Рыбина здесь. Выбивают мяч тольяттинцы. И тут же звучит финальный свисток. Кубань и Акрон во второй раз в текущем сезоне, во второй раз в истории своих противостояний разошлись миром.